Хей, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру по названию Hidden South Time. У нас осталось последнее DLC, это Легенды Японии. Ну, полетели. Сколько здесь? Ну, такое количество, я вам скажу, уровней. Поехали, храм. Одна из них не похожа на другие. Сделай подношение духам. Пожалуйста, сними обувь в прохожей. О нет, мой зонтик забыт. О нет, слишком высоко, у меня кружится голова. Это растение растет около воды. Камешки, камешки. Это растение растет около воды. Подношение. Манки-манки. Так, где обувь? Ну, здесь слишком высоко, мне... Так, слишком высоко, значит где-то на дереве, либо типа того. Мой зонтик забыт. Что имеется в виду? Следующий уровень. Горячие источники. Ах, пусто. Он поднял мою одежду на дерево. Этот пруд такой грязный. Мне нравится, это маленький столик. Даже суши есть. Это высокий фонтан такой умиротворяющий. Если соблюдать осторожность, можно искупаться. Моя подушка наверняка осталась у пруда. О нет, кунай упал в воду. Оставь лейту здесь, она тебе не понадобится у источника. Если сложить их стопкой, они займут меньше места. Так, раз... Так, ведро. Так, это купальня. Это мужская купальня, это женская купальня. Так. Белка, одежда, суши, подушка. Так, погнали на женскую часть. Так, подошли, кунай в воде. Но он же воду уронил, нет? Хотя, может быть, вода имеется не эта вода, а купальная вода. А фиг его знает на самом деле. А, водку на ней. Так, флейту нужно найти, хавчик. Осталась флейта. Сказать покушал, теперь можно продолжать. Следующий уровень. Тренировка с самураем. Ха-ха, промах.
На тренировке мы используем только муляжи оружия. Не терпится закончить тренировку и наконец поесть. Я двигаюсь бесшумно и незаметно. Я хочу этот фрукт. Вы ужасны, я покажу вам мастерство искусственного сенсея. Спасибо за полотенце. Не могли бы вы уйти? Я стесняюсь. Здесь не место ребенку. Уходи сейчас же. Просто отдыхай под деревьями. О, Капа. Да, пошли, типа, мифические существа тоже. Как они? Хокегу, которые, типа, вороны, самураи. Ну, они, типа, добрые, по идее. Ага, промах. Дыхание над деревом. Нет, не подходит. А что этот фрукт? Шашлычок и лучок. Муляж. Так, летучая мышь. Тихий уголок. Кто-то должен поставить здесь лестницу. Когда-то он был великим самураем. Но это в прошлом. У людей хорошо получается готовиться, а у меня хорошо получается есть. Ты всех пугаешь, уходи. Что он здесь делает? Это не тролль. Похоже на пляж, но осторожно, это может быть ловушка. По-моему, это инструмент слишком большой. Он прячется или просто застрял? Он не брошен, просто владелец туповат и обожает играть в прятки. Думаю, боги пьют не только чай. И саке. А, это не то, да, Капа? О, призраки пошли. Как они называются? Йокаи. Непокойные духи. Так, а как, а какая мне летучая мышь надо? Алло. В смысле, это разве не летучая мышь? Ну ладно. Белки-летуны. А, нашел летучую мышь. Этот инструмент слишком большой. О, подожди, я ее забыл. Так, боги, думаю, пьют не только. Кто забыл этого, это здесь. Он, походу, туповат. Кусты, кусты, в кустах никого нету. Он не брошен, просто владелец туповатый и обожает играть в прятки. Остался комитет скелета. Ну просто куда можно было спрятать так скелета? Около деревьев, что ли, где-то.
Откуда я мог знать, что внутри здания, внутри ящика? Рисовые поля. Кто-то стащил мою пельмешку. Слишком жарко, чтобы работать. Территория Каппы. Наконец-то какая-то тень. Но потолок и все еще трясется. Отличный день для рыбалки. Мне нужно взять чистое полотенце со склада. Он похож на своего друга. О нет, она упала в реку. Это амулет оберегает урожай. Это обереги, если что. Зажженный фонарь дает божественную защиту. Эта бойцовская рыба одолена всех рыб в реке. Ага. Мертвая рыба. Это фигово. Так, если я нашел тень, и она трясется, значит где-то сверху. Если Капа к вам подошел, дайте ему огурец. Либо обманите, что он перевернул воду с головы. Либо он съест через вашу жопу кишки ваши. Так что я здесь еще? Я ищу шляпу. Висячая рыба. Летучая мышь. Как вариант. Оберег. Фонарь. Да, здесь уже посложнее пошло немного. Кто мог украсть пельмени? Склад. Слишком жарко, чтобы работать. Логично, что он, значит, где-то не работает. Ладно, то не шляпа. Он рыбачит просто. Короче, я понял, нужно все открывать. Так, связка рыбы где-то должна быть. Этот амулет оберегает урожай. Отличный день для рыбалки. Так, короче, мне нужно искать челика, который рыбачит. Давайте начнем с этой территории. Рыбачит он.
На него лова нету. Рыбачит раз, рыбачит три. Опа. Кладбище. Или сам нравится это дерево. Под сенью большого дерева к ней приходило много народу. Призрак застрял в погребной урне. Мой друг, вот твои любимые стрелы. Я вижу мертвых. И вот так я умер. И еще чаю? На это оставляю ведро воды, чтобы напоить живность. Меня напугала дикий кабан. Пришлось убежать, забыв про вилы. Она растет рядом с богами. Ну вот на русском говорит, почему я должен... Ну, мне слышится, почему я должен говорить это слово-слово? Так, кабаны, подожди, значит где-то здесь. Меня напугали дикий кабан, поэтому я вилы оставил там. Хотя и тут еще кабан. Так, старик, который застрял в урне. Так, это дерево растет около богов. Понятненько. Короче, я должен все открывать, искать, находить. Так, челик дарит стрелы. Либо кто-то дарит стрелы. Так, подождите, огромное дерево. Раз. Под тенью большого дерева. К ней приходит много народу. Лисан. А, лисам. Это лисам. Подумал, имя какое там. К ней приходит много народу. Кому к ней? Кто кому дарит стрелы? Меня напугал дикий кабан. Пришлось убежать, забыв про вилы. И вилы тоже хер знает где. Ну, кабанов типа не так много, но вилы хер знает где все равно.
Так, мне нужны вилы и стрелы. А, вот вилы. Я думал, около дерева где-то должно быть. Так, осталось найти стрелы, но стрелы... Нашел. Нападение на деревню. Звоните в колокол. Оповестите соседние деревни. У них раз салют. Спасибо за помощь, но мы справимся. Что? В деревне что-то происходит? Найти бы мой лук, тогда бы мне удалось помочь. О, мудрая рыба из водопада. В чем твоя мудрость? О нет, мой любимый веер остался на караване. Я мог поставить за себя и не покину эту деревню. Мне пришлось сбежать, забыв про продукты с рынка. Как мне теперь уйти, если из этой деревни? Немного подношения богам до защиты, а не всех нас. Это было предупреждение для нас. Жаль, что оно не сработало. Эта кроха проиграла сражение и напугана. Так, ладно, давайте смотреть, что тут вообще у нас. О, дух, который обманщик, если не ошибаюсь. Или это дух, который защищает от других. Не помню, вот честно. Этого духа. Так, что мы ищем? Сумоиста кабана, белку летягу. Летяху надо еще найти. Кабана в деревне. Рыбу сушим. Подожди, а рыба? Ага. Так, кровать. Кровать, значит, где-то в доме. Вот тут больше нету кровати. Что-то как-то я не понимаю немножко. Где еще кровать? Найти бы лук. Нашел я лук. На кровати. Эта кроха проиграла сражение и напугана. Если сражение, значит где-то здесь. А веры я вообще не понимаю. На кровати, на кровати, на кровати. Где кровать? Где кровать? Скажите мне. Вот вер, только я вижу на кровати, на кровати. А, понятно.
Особняк. Они возвращаются. Напугай их этим. Полководец осматривает отряд. Надеюсь, он не заметил, что я нарушаю диету. Мой инструмент чуть не сломался. В погоне за тайным романом. Сначала тренировка, потом отдых. Он светил воду. Ничто так не успокаивает, как музыка и молитвы. Надеюсь, когда-нибудь я смогу вступить в ряды гвардии. Загадай желание, и оно сбудется. И эта часть доспехов? Мама потеряла малыша. Иногда они принимают предметы за ветки для строительных гнезд. Так, раз. Это палка. Часть доспехов. Поисков романа. Утенок. Ветка. Все-таки меч нужен был. Белка не такая. Так, дух желаний. Снова не та белка. На этот раз та белка. Сакем. Мой инструмент чуть не сломался. Они возвращаются. Напугай их этим. Этим это чем? Это ж обычный... Кого их? Так, инструмент, значит, вот он. Чели, который что-то делает. Ну, чели, который с молотком. Ничто так не успокаивает, как музыка и молитвы. Что-то я сразу не... Следующее. Фестиваль фейерверков. О, все в сукатах будут. Извини, могу предложить тебе только лук. Отдаю за полцены. Наслаждайтесь. Извини, я не могу тебе впустить. Мое желание уже не... На дереве жду не дождусь, когда оно сбудется. Надеюсь, у меня достаточно фейерверка. Я тоже хочу видеть парад. Если он не перестанет так шуметь, я без колебаний возьму свой лук. У меня морская болезнь. Я рыбачил этим утром, до того, как поднялся весь этот шум. Отложу этот наряд в сторону. Эти фигурки слишком большие, я собираюсь купить вместо них детскую игрушку. Мне нравится гулять во время фестиваля. Поэтому я тебя сразу заметил. Чел. Так, у меня морская болезнь. Перестану шуметь и возьму это. Отдам за полцены.
Лук. Чистый лут. Это лук. Я рыбачил дом. Извини, я не могу тебя впустить. Впустить куда? Его тут нету. А, сюда куда-то, как я понимаю. Нет. Так, мне нужен кабан. Кто-то с фейерверками. А кабанчика то я не вижу. Так, и одежду еще нужно. Положи ее в сторону. Ага, шарики. Кабан. Непонятная одежда, и челика, которого не хотят впускать куда непонятно. Я не пойму, как он... За какой наряд говорят и куда не впустят. Что за бред, я не понимаю. Ну, по идее, не впустят сюда, скорее всего, имели в виду, хотя... Тут никого нету с луком. Пока отложу это куда-то сюда. Соус и челик с луком. Куда впустить? Я не понимаю, куда впустить? Бородатый мужик с луком. Где ты? Может, он где-то за территорией. Но кто его тогда впустить не может? Ну хоть усрися. Все равно не вижу. Больше такого никого не вижу с бородой. Хм.
Короче, если смотреть по подсказке, вот здесь этот мужик. Хм. Да ладно, это дверь. Манать. 4 острова. Так, благословение духа передало ему этот цвет. Рыбаки пробовали ступить на эту землю всего один раз. Они очень любят шляпы. Несчастливые влюбленные. Если не победят, Капа научит их, как играть. Профессиональный барабанщик. Друг. Эй, ты не фрукт. Эй, лапочка, ты ведь не из этих мест. Духи умеют хранить секреты. Оставь мою ногу в покое. На этом острове кролики под защитой. Это незаконно. Он пытается спрятать свое сокровище. Все эти годы ты прячешься здесь? А, турист. Ноги следуют по тропе к святилищу. О нет, он выпал из гнезда. Делайте свои ставки. Бой скоро начинается. Так, кролик, я видел. Ловушки. Так, боги умеют секреты хранить. Очень много. Так, ставки. Сокровища. Капа. Ну, где-то рад Капа. Так, еноты полускуны. Яичница. Еще одна яичница. Белка. Так, цветок лотоса. Почему я не могу его взять? Да что-то не такое, как мне надо. Шляпа, нужно где-то ногу найти. Они очень любят шляпы. Рыбаки попробовали ступить на эту землю всего лишь один раз. Подожди, рыбаки. Рыбаки. Так, ну мне кажется, на чё-то где-то нога здесь должна валяться. Так, я должен здесь искать? Тогда по звукам это и есть они. Значит, где-то здесь я должен искать туриста. Профессиональный барабанщик.
Так, сюда вступал однажды лишь рыбак. Друг? Скорее всего, это где-то у кроликов, да, должен он быть? Фиг его знает. Рыбаки пробовали. Значит, где-то около берега должно быть. Так, и осталась только кость. А вот где кость может быть? Тут уже фиг его знает. Ну пойди, да, где-то у скелетов. Ну вот голова типа есть. Есть голова, значит есть и нога где-то. Ножки, 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 где ваша ножка? Не пойди где-то здесь, на острове духов. Блин, фиг его знает, ладно, сейчас буду искать. А, вот она, короче. Ну, где-то, блин, на острове этих. Ну, все. Мы с вами прошли полностью данную игру. Есть еще, если не ошибаюсь, две наподобие таких же игр. Но это уже может быть когда-то потом. Мы с вами все посмотрим и... Начнем дальше. А ну-ка, давайте посмотрим, что тут еще есть. Новая карта, ну-ка. Маленькие объекты. Хижина, хижина. Изменить цвет фона. А в чем здесь только каменный век? А, изменить период. Прикольненько. Здесь даже, видите, свои можно создавать. Ну что, давайте тогда, я думаю, с вами раз... Сколько их тут? 6. С вами тогда на этом закончим, думаю. Поэтому... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. А, нет, стоп. Если оценивать игру, довольно прикольно. Здесь есть музыка, есть нажимаемые предметы, есть изучаемые предметы. То есть у каждого нажатия есть свой эффект. Прикольное в игре в то, что мы просто ищем, да, просто ищем окружающим и свою внимательность, свою умственную способность. Так сказать, развиваем. Ну, внимательность, типа, за счет глаз, просто. Остроту зрения, так сказать, с вами прокачиваем. А умение интеллекта в плане того, что мы с вами читаем описание предмета, в какой-то степени можем понять, где оно есть. По тем или иным подсказкам. Поэтому как-то так, и... Довольно прикольные эпохи, еще также можно взять... те же викингов, да, Японию. Призраки, духи, юкаи... какие-то мифологические существа. И как-то так. Из плюсов...
не знаю, окружение. Типа, это игра просто, где мы просто что-то ищем. Наверное, разнообразие. Из минусов, ну, я могу только сказать, что из минусов, что объекты, которые описание просто убивает, даже, допустим, динамитная шашка. Ее попробуй найти на самом деле. Ну, в таком духе, либо то, что предмет находится внутри другого предмета. Тоже незначительный, так сказать. Поэтому как-то так, и всем пока.